улыбки, цветы, приятная суета и, как по заказу, осеннее солнце. Новая 105-я школа Котласа сегодня открывает свои двери. В нетерпении и предвкушении все – дети, родители, педагоги. И у нас весь класс перешел с учителем в новую школу. Потому что у нас, во-первых, учителя сюда перевели, нашего классного. Поэтому мы всем классом решили сюда перейти. Мы рядом живем, во-первых. Во-вторых, не знаю, тут говорят, очень будет интересно. Новые технологии, поэтому решили вот в новую школу пойти. Из 18-й. 7-я. 18-я тоже. Почему? Как решали, что вы сюда пойдете? Ваше решение или родители? Чье? Это было мое решение, потому что тут, во-первых, профиль больше подходит. Ну и школа новая все-таки хотелось. Слышали, что будет кванториум? Я только закончила Котовский педагогический колледж и сразу пошла работать в школу. Вы учитель чего? Начальных классов. У меня вот первый Д. Много идей. Все, буду воплощать. По случаю открытия во внутреннем дворике новой школы не просто торжественная линейка, настоящий праздник. Будь ты будь смелей, пройти сумеем 100 путей. Приглашены первые лица Архангельской области. Строительство школы и ее открытие во многом заслуга регионального правительства. Я всех нас поздравляю, потому что действительно в эту школу вложено много усилий. Действительно, это будет, наверное, одна из самых современных школ сегодня Котласа, а на самом деле и всей Архангельской области. Учитесь хорошо, учитесь легко, весело, с огоньком. Дайте нам самые лучшие результаты по учебе, по спорту, по творчеству в городе. Кульминация праздничной линейки, передача ключа директору 105-й школы Наталье Зубовой. Давайте, ребята, пообещаем, что мы будем школу хранить, что мы будем прославлять ее своими достижениями. И пусть этот прекрасный ключ станет началом прекрасной жизни и счастливого будущего нашей 105-й школы. Будущее, как известно, начинается сегодня. И вот школа в прямом смысле открывает двери. Впереди первые уроки. Мы сегодня работаем непосредственно с микроскопом, будем рассматривать микропрепараты, изучим практический навык, сформируем, потому что до этого кабинет биологии у нас не было. Вот мы в обычном кабинете учились. Сейчас будем уже владеть оборудованием, на ребят научить этому. Ребят, как вам кабинет биологии? Лучше, чем был? Да. Анастасия Шмелева – котлашанка, отучилась в Москве и вот работает в школе, осваивается в новеньком кабинете химии. Это мой первый год, я молодой учитель, все впервые. У меня химическое образование, и я преподаю химию. Новое место, где я обосновалась, оно просто шикарное. Здесь все по последнему слову. Оборудование очень интересное. Оборудование – это то, что здесь вызывает восхищение в первую очередь. Опытные образцы в кабинетах химии, биологии и физики. А еще в этой школе по коридорам запросто ездят роботы, а в кванториуме в хай-тек-цехе печатают 3D-принтеры. Есть и свои дроны. Ими можно делать даже шоу дронов небольшое. До 4 дронов управление с помощью программирования на Python и других программах. Жизнь кипит и в школьном кафе, а вот и меню на сегодня. Рыба, запеченная сыром, соус сметанный. У них в пищеблоке все цеха, то есть мясо рыбный, овощной, холодный цех. С сегодняшнего дня 105-я школа окончательно влилась в образовательный процесс Котласа на своей территории, начиная свои традиции и глядя в светлое будущее.